Любая прозрачная вещь должна строиться прозрачно. Поэтому мне кажется, вот вам со своего офиса виднее, мне со своей стороны виднее свое мнение, что чтобы построить и выбрать правильные и эффективные критерии, не нужно индивидуальные встречи с биржами проводить, а нужно это сделать публично, ну, при желании СМИ, при всех биржах и их обсудить. Я немножко продолжу. Этот механизм уже доказан на Украине. Так формировалась команда Прозора и система Прозора. Это все было публично, не за закрытыми дверями и так далее. Так проводился отбор бирж по реализации сырья Укргаздобычи. Проводились три рабочие группы, на которых было очень множество изначально критерий, как вы говорите, анкетник, и потом совместно биржами они или выбрасывались, или добавлялись. То же самое было по фонду госимущества, но там немножко другая история. Вот.